Y en gran parte. Es pesado. Еще ahora не начал сестры. Давай, погнали. Всем привет! Всем привет! Так, может, чуть-чуть. Так. Я хочу, чтобы конь съел мои четыре и была вилка, поэтому убить нельзя. И он мне тут довольно-таки хорошо стоит. Я нашла такой один красивый. Если ты найдешь что-то хороший, красивый ход. Да. Есть мне тактика. Ох. Давайте, конечно. Пока что я выиграла фигуру. И худ. А, белые сдались. Круто. Так, я хочу сегодня все. С берсерком играть сложно. Слушай, это тот турнир, я вообще не лезу. Так, следующий. А, я играю.
Так, я решила поставить конешку на хорошее поле. Моего слона тем временем заперли. Но все равно идеи не пропадают из головы. Есть идея. О, я вроде бы... Вот не знаю, жертвовать? Жертвовать. Теперь думаю, чем бить. Давайте съедим слоном. Итог, Ксюша пожертвовала. И оставила, скорее всего. Да, я оставила их без рокировки. И без с... И отдала своего коня. В принципе, хоть у меня нету фигуры, мне очень нравится. Так, нападаем на ладьюшку. А потом я сделаю шажок версии по 3. Вообще лучше фигуру выводить. Ладно, сначала выведу слона. Да. А, да, я лучше слоном сделаю уже. Значит, это мои мысли. Сейчас я хочу прорвать, убрать эту неприятную пешку на c4. Так, он мне отдал ферзя. Спасибо. Спасибо. В один ход мне все отдали. Ничего себе. Похоже, он захотел, чтобы я ему пад поставила, но этого не будет. Ну да, потому что пешек как минимум много. Так, сегодня моя цель оставить мои 200. И выйти в 210 как минимум. Здесь те растягая. Кто я знаю так? Играем. Вот. Так, со мной так еще не играли, поэтому не знаю, как играть. Раньше я думала, что это ужасно. Сейчас. Попробуем немножко себе поближе вот так. Ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Так, лис. О, спасибо. А он задонатил. Спасибо. Thank you, I love. Thank you. Я буду петь каждому, кто задонатит.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Алон. Так, хоть он сюда поставил своего коня, это не мешает. Блин, я хочу вывести ферзя. Что у меня за мысли такие? Мишки в лесу собирают шишки, ля-ля-ля-ля. И вместе по лесу идут, собирают шишки, ля-ля-ля-ля. И они песенки поют. Это мишки, ми-ми-мишки. Вместе песенки поют, собирают шишки. Ты не слышала? Да. Из-за... Нет, это было на улице. Да? Да. Ну, представляешь, просто кто-то... Нет, сверху. Нет, сверху там... Нет, сверху... Нет, это вот я с балкона услышала. Лиза, давай будем петь мишки мимишки. Согласна? Вместе по лесу идут. Мимишки. Вместе по лесу иду. Лиза, а ты знаешь шиншиллу? Кого? Шиншиллу. Вы лично с ним знакомы? Ну, шиншилла и животное. Ну, лично знакомы. Ты? Как? Их видела? Я тоже. Живут внизу. Шиншиллы? Это же такое, ну, за магазинах продается. Я видела шиншиллу там девочки в гостях в Оре. Везде по леску идут, собирают шишки. Вместе песенки поют. Мишки, мишки. Мне кажется, самая любовная вообще песня — это мишки, мишки.
Да, пока что я не знаю, зачем. Ведь у меня нет других идей. I don't have edition. Есть поиск. О боже, я же сделала ход, а он не засчитался. Я сделала... Ну, там все равно не очень. Но все равно я сделала ход, он не засчитался. Ну, значит, плохо сделал ход. Я все прекрасно. Но значит, уже время вышло. Еще до хода. Чес Перот. Хай, Чес Перот. И сейчас я уже играла еще 5. Так, слон же 5, куня в 6. Аж 6. Ха-ха-ха-ха. Как вы собираетесь? Вы готовы, дети? Да, капитан. Папа, перекима, бори, а не сжечь, чтобы не было. Папа, перекима, бори, а не сжечь, чтобы не было. А папа, перекима, бори, а не сжечь, чтобы не было. Я сделала рокировку, хоть это было очень даже опасно. Зачем вы сделали рокеру? Мой ответ, я не знаю. Так, я не знаю, зачем он тоже съел. Он открыл мне линию для ладьи. Вместе по леску идут, собирают шишки. Так, тут уже так вот. Страшный вата. Но я хочу прийти к нём и начать нападать. Блин, у меня же есть еще один кун. Вместе по леску бит, соберём чички. My little pony там скорее с тобой. Блин, тут уже опасненько. Ой, блин, я изменила фигуру. Еще ладью. Я
Зато фигуру нужнее. Боже, Сочи. Ну, съем я и что? Ем я. Боже. Лучше скрыть. Так, пожалуйста, посадите меня играть либо Карамзин, либо Скилли. Вы в игре принять вызов. Арамай, спасибо. Так, попробую выиграть хоть сейчас. Ну, давайте, я до этого играла в Е6. Ой, люблю, когда со мной итальянку играют. Нет. Яд Олд играют с 5. Ура, со мной бы 4 не сыграли. Я ненавижу, как-то со мной бы 4 играют. Почему, вы спросите меня? А вот вам мой ответ. Там будет неприятная позиция. Против которой я не умею играть. О, спасибо. Так, у него ухудшился король. Что же сделать? Я съела, подумаю. Я тут разменялась бы слонами. Так, а теперь я поведу коня на F4. Ведь он там будет хорошо стоять. Так, он встал. We got all it, 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 hug it,
Так, эту партию я выиграла. Куда же поставить? Я хочу на h1, ведь все бы поставили на g1. Я играю с самбалом. Давайте-ка я сыграю Е4. Один раз. Конь в 3. Сыграю 4 коней, ведь он пока что играет так, как я люблю. Я тоже так хочу. Так, король, конечно, стоит не очень. Так, он что, мне решил отдать слона? Спасибо. Думаю, будет очень вкусно. Let's go. Так, сейчас я предложу им разменяться. Я... Ух, возьму...
Ты могла там еще в пешнике выиграть. Я не думаю, что там был. Нет, ты там могла выиграть. Здесь как я на секунду отвернулась. Конем обратно. У него цуцванг, он должен отходить. Зачем ты туда прешь конем? Конем на f2 отойди, он королем на e5 идет, королем на e3 встанешь. Стоишь же выигранно. Знаешь, что такое цуцванг? Ну. А что там не стоишь? Good evening, right? Вот. Ну, давай снос скрыть. 4. Понятно. Со мной тогда мы не играли. Так, я пока что выиграла ладью. Я решила защитить своего короля, сделав рокировку.
Я выиграла. Гудынинг. Ого! Да, это легендарная встреча. Луиз. Играем снова Е6. Я хочу посмотреть эту легендарную партию. Вот Девнинг. Он сыграл ничью с МВ. Я потом попробую посмотреть. Вот Девнинга и МВ 1966. Сыграю в этот раз d4. Сегодня у нас разнообразно. Ого! Со мной в 5 сыграли. Как отвечать? Я сыграю e3. Чтобы вдруг сыграть g5. Блин, он не сыграл g5. Гир, чистая пекин. Ах, хуми, да, хуми, хуми.
Кстати, люди, а вы бы на какой концерт какого человека бы хотели попасть? Если бы на какой концерт хотел попасть? Наверное, Big Baby Tape. А я бы на Леди Гаги. А это кто? Вот я очень сильно хочу на концерт Леди Гаги попасть, но он дорогой. Лиза, сколько лет Леди Гаги? А сколько лет Леди Гаги? Слушай, я не знаю, сколько лет Леди Гаги. Давайте-ка посмотрим, посмотрим, как он отреагирует. Так.
Он решил съесть мою ладью. Ладью, он решил съесть мою пешку. В принципе, у него нормальная позиция, но он отдал качество. Вот это он зря. Зевнул, как называется. Так, я еще одну выиграла. Dance, 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 leave my hands, 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 I wanna dance. She's the king. Ой, я снова растягаю в игре. Так, он пошел. Давайте-ка с ним сыграем ли 5. Только бы не было. Надеюсь, не будет мой самый нелюбимый ход. Yes! Все равно мне он не очень нравится, когда играет с шотландку. Но я очень не люблю, когда со мной играет слон b5 испанскую. И итальянскую там будет что-то есть. Ну, как бы вроде бы тут мне всегда плохо получалось, когда я не отдавал. Когда я отдаю пешку. Когда я била пешку, мне плохо получилось. Поэтому сейчас я решила сыграть совсем по-другому. Едем, с приветом по планетам. Едем, с приветом. Так, ну пока что я оставлю эту связочку. Красиво. Слона я пока что оставлю. Блин, я сейчас не у коня с хорошего места увидел, не слона. Так, он решил отдать коня. Кушаем. А что нам еще стоит сделать? Так, ну пока что я защищу ферзь e7. А потом, как я буду играть на h3? На h3 я схожу с h5. И да, как я и задумывала. Так, чё мой ход? Давайте-ка. Ну, я не хочу ставить ферзя под связку. Это во-первых. В принципе, давайте, я думаю, это хороший вариант. Растягая. Ю-ху! С днем рождения, симпатулька, с днем рождения, пусть к нам. Так, я, в принципе, скушала на Е4. Надеюсь, у него вроде бы один ход куда-то идти вперед. Да, у него один ход. И я делаю очень даже, думаю... Блин, я так много хотела.
Че, я тут ферзя выигрываю? А нет, выигрываю. Но я фигуру тут как минимум выигрываю. Едем. О, он сдался так рано. Good evening. Так, ждем. Вы в игре принять вызов. Espresso Strategies. Е4. Могу себе позволить. C5. Пришлось коня обратно убирать. Да я знаю, тут играть на E5. Едем. А вот теперь... H3. Привет, Лита! Hi! Hi, my sisters! How are you? I am your sisters. Yes, and... How are you? I'm Ksyush. What are you doing in this position? I love my position. What do you like this position? Yes, I like this position. Что тебе нравится в этой позиции? My pawn. Что? My pawn. Это что? Мои пешки. Пом. Это пешка. А pawn это что? Не знаю. Так, у него связка, у него вообще такая неприятная позиция. Можно потом, я не знаю как, но попытаться коня на там поставить. Так, ну пока что у меня лишнее качество. Так, потом я пожертвую пешку уходом f4. Зачем? Чтобы у меня ладья на e1 защищала эту пешку. А я могу сейчас уже сходить. А он сыграл король шумусь. Я могу уже сходить. Вообще не решил. Ой. Неприятно. Но приятно. Also, но. Мама причила мне, но. Масепион аусонно. Мапричело мино. Мацеин аусонно.
Здравствуйте. Какие есть вкусы брусники в нашем магазине? Первый вкус — брусника со вкусом горохового супчика. Эффект будет идеальный. А дальше у нас брусничка со вкусом красной капустки, но не красной. Просто вкус сногсшибательный. Дальний эчпочмак. Так, пока что у меня все идеально. Я вроде бы там через пару ходов выиграю. Ну все, выиграешь. Как красиво. До этого мне в 1400 давали плюс 1, а сейчас мне с 1500 плюс 0. Почему? Логика сногсшибательная. Пусть разницы в рейтинге вообще не было. Как так вообще можно? Не знаю. Так, сколько партий сыграл? 11. Едем. С приветом по планете. Так, имсквелкме. Здрасте. Так, я сыграю уже Е3. Потому что мы давно не играли Е3. Д4. Капусткой, но не красной. С капусткой, но не красной. Здравствуйте, Дмитрий. Пока он у мамы в огороде убирается, пока мама уходит и ничего не видит, он начинает есть малину. Наш репортер решил заснять. Здравствуйте, Дмитрий. Мы только что узнали, как вы ели в этих кустах клубнику. Наши репортеры только что это засняли. Что вы скажете в свое оправдание? Так. Ну, не знаю, у меня вон так. Менять или нет? Менять. У него сейчас конь на еще станет вообще. Блин, я зевнула случайно. Немножко прям. Ну ладно, зато мне открылась линия для нападений. Ему вообще будет плохо нападать.
Поэтому нападать буду я. Капской, но не красный. Но не красный. Не красный. С капусткой, но не красный. Эх, Калинка, малинка, Калинка моя, свежая ягодка, Калинка. О, в поле брюнетки и блондинки, розовые штуки и маринки. Я притащу короля, который будет защищать сам себя. Который будет еще защищать целую ладью. Не, он может сейчас обменяться. Ну ладно, у него как будто нету этой тоничной пешки. Да, поставить. И мы поставим на всю, и соседи не спят. Тут под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. А потом любви. Так, я ему предложу ничью. Предложение ничьей, или, может, ничьей. Отправлено. Он отклонил, то есть ты хочешь с такой позиции выиграть. Хочешь, хочешь. Юность моей. Поставим на... Ой, сесть. Нет, под нами внизу. Я подумала, тут дверь открывает. Жиза. У кого такое не бывает? Жиза. Наверное, подумал, чего я хочу. Она мне на неплохое место поставила. Летит, летит, и вам земляется. Так, я, конечно, сделаю рисковый ход. Это очень рисковый ход, но я не знаю, зачем я его сделала. Я повторим на всю место сильница, как на меня, красть меня, а то по любви говорит мне, это юность моя, это юность моя. We can live again, it got it over time again. Умно. Женя. Ну, блин. Ну, что мне теперь делать?
Да уж, это было не очень. Ну ладно, в принципе, я могу еще сделать. Я хочу с 210 быть. Это мне 4 пункта прибавит. Со мной так вроде никогда не играли. В принципе, я не знаю, что я сейчас играю, но мне нравится. Но мне нравится очень даже. Ну что? Ох. О май гад. Вау. Что будет, если... Кстати, когда я подумаю. Все равно нормально. Не бойся стоматолога, это не страшно. А как же ты боишься стоматолога? Я просто пытаюсь... В принципе, у него ужасный король. Я знала, я боялась этого хода, поэтому слон спеть. Ну что ты ждешь? Еще 926. 166 партий войск. 936. 266. Где? Тут. За войск.
Ой, блин. А, ну там наоборот, это все равно хороший ход. Прикольно. Так, еще одну успеваем сыграть. Надеюсь, я выиграю. Хипоатак. Надеюсь, я выиграю, и мне дадут плюс один. Ого. Я, кстати, так тоже раньше играла. Очень даже прикольный дебют. Я думаю, вернуться к нему. Но мне говорят, его не играть, но он мне нравится. Не знаю, с самого детства я его играю просто. Сентябрь наступил, не скучайте вы. Если даже школа началась, то ничего. А просто вы поймите. Будет скоро Новый год. Так быстро. Скоро будет Новый год. Так быстро. Кафе Бистро. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Не знаю, почему довольно-таки много кафе Бистро. Бистро читается как Бистро, но иногда это означает, что быстрое, быстрое кафе. Возможно. Джингл белс. Ну, я вообще не боюсь этих ваших атак. Поэтому я спокойно съем. Я даже не знаю, что я пою. Интересно, я почему тогда? Ох, сейчас мы все исправим. Я забыла, что нужно съесть.
Блин. Что-то мыть. Минус 12. Ладно. Тьфен, пинкамины, ожидайте жеребьевку. Надеюсь, будет. Давай. Дай, давай. Лиз, можно еще одну сыграем партию? Хочешь? Сейчас я еще одну сыграю быстро. Верну до весту.
Боярышни, Курта, ЭПМР, Надежный Саша, Николай.
Ну, давай не будем издеваться над человеком. Давай-ка и... Хорошо, ну тогда давай завершим стрим. Ладно, давайте. Всем пока. Всем доброго вечера и хорошего настроения. Да, всем пока.